Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. У нас пряма трансляція 27 жовтня, тому традиційно хочу вас попросити, будьте активними, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, ставте свої, пишіть запитання, конструктивні, будемо виводити в нас ефір. Говоримо сьогодні про Грузію, парламентські вибори і фактично доленосні години, дні для цієї країни. Про це будемо говорити з нашим гостем, це є політолог з Грузії Гела Васадзе. Гела, здравствуйте, добрий день. Доброго дня. Спасибо за приглашение. Слава Украине. Героям слава. Гела, 26 октября состоялись парламентские выборы в Грузии. И вот грузинская мечта, партия власти говорит, что она победила. Оппозиция говорит, что победа за партиями оппозиции. Экзит-полы, которые заказывали и оппозиция, и власти, тоже разные. Насколько все обостряется? Насколько вот пытается власть сейчас узурпировать ту же власть, потому что вот за два дня до выборов Центральная избирательная комиссия стала критической инфраструктурой. И какие там пикеты, да, и, или если оппозиция попытается что-то сделать с этими выборами около ЦИК, тогда это уже криминальная ответственность. Не, ну давайте начнем с того, что... Что было главным вопросом этих выборов? Главным вопросом этих выборов, выйдет ли народ, выйдут ли люди защищать курс Грузии на евроинтеграцию, на Запад, на демократию и так далее и тому подобное. И вот тут мы можем дать однозначный ответ, потому что он налицо. Действительно вышли, были большие очереди. Я сам отстоял 45 минут очереди. Дальше... Посмотрим на экзит-полы. Экзит-полы проводились тремя организациями. Это организация Edison Research, это организация Harris, это организация Gorby. Что касается Edison Research и Harris, их экзит-полы полностью совпали. Да, они по заказу двух оппозиционных телеканалов. Но, если я не знаю, Harris, что за организация, какая она, что касается Edison Research, это организация, которая уже в течение пяти выборов наблюдает за выборы, и у нее всегда совпадали, абсолютно всегда совпадали ее результаты с результатами, значит, конечными. Более того, на позапрошлых выборах была разница в 3%, и моему другу, который, в общем-то, является специалистом, он вообще профессор физики, но он еще и специалист по электоральным делам, по электоральной географии и так далее, ему заказали исследование, почему 3% была вот эта разница. То есть вы понимаете, насколько точны их исследования. Поэтому, когда объявил Edison Research результаты выборов, конечно, оппозиция праздновала. Что касается Горби, у Горби всегда были, Горби всегда озвучивал, это про правительственный канал заказал Эмеди, всегда озвучивала хотелки властей. Тут нужно дальше сложить 2 плюс 2. Активность была высокой. И в то же самое время мы видим результат, который явно не соответствует этой активности. Это была активность, которая соответствовала смене власти в Грузии. Ровно такая же активность была в 2012 году. Но в 2012 году даже по результатам экзит-полов Михаил Саакашвили признал поражение своей партии, а сейчас сделали с точностью до наоборот. Как говорят люди, знающие, я в этом ничего не понимаю, они просто тупо дорисовали 10%, отняв по 5% у двух следующих партий, у национального движения и у партии новые, за перемены. Вот и все. И вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Гела, если говорить о том, какие последствия и на что готова эта власть, вот если грузины выйдут и сопротивляться, насколько вы считаете, могут, я так понимаю, да, всем руководит Иванашвили, и всему подвластно Иванашвили, этот... Иванашвили, да. Да, да. Насколько он готов пойти против народа? Ну, давайте сначала, до того, как выйдут сопротивляться и так далее, обязательно выйдут, обязательно будут протесты, но давайте сначала посмотрим на ситуацию. Во-первых, принципиально важный вопрос, признает ли эти выборы Запад. Если Запад эти выборы признает, то тогда сопротивление, конечно, будет, но это сопротивление будет обречено, потому что фактически получится, что Запад легитимизировал эту власть. И все эти фальсификации, вот эти итоги выборов. Второй момент, насколько будут активны политические партии. Понятно, что те люди, которые отстояли громадные очереди, те люди, которые голосовали,
хотя они раньше не голосовали, или никогда, или очень давно голосовали, те люди будут возмущены тем, что это. Но без политического лидерства, без лидершипа фактически невозможно одержать добиться каких-то политических целей. Третий момент. Вы знаете, что оставив в покое протесты, сегодня грузинская мечта набирает около 90 мест в парламенте. А для того, чтобы парламент состоялся, чтобы он был признан легитимным, нужно 100 депутатов. То есть, как минимум, 10 депутатов им нужно перекупить, или каким-то образом, или какую-то одну партию завести в парламент в качестве оппозиции. Если и это происходит, то есть для того, чтобы эти выборы были признаны нелегитимными, нужно сначала, чтобы Запад не признал их нелегитимными, во-вторых, второе, чтобы политические партии проявили политическую волю защищать свои голоса, ну и третье, чтобы оппозиция не вошла в парламент. Если это происходит, то тогда автоматически назначаются новые выборы. Все. Если этого не происходит, то грузинская мечта оформляет свою победу. Все. Гела, пожалуйста, объясните нам здесь, в Украине, грузинская мечта Иванишвили. Кто-то говорит, что они пытаются усидеть на двух стульях. Да? Это и прозападные какие-то вещи, это и пророссийские. Кто-то говорит, что откровенно грузинская мечта – это проект Иванишвили и Кремля, и это все только пророссийские, и чтобы подымять Грузию под Россию. Вот как воспринимать правильно и корректно? Ну, корректнее было бы воспринимать, что главная цель грузинской мечты и лично это, конечно же, проект Иванишвили. И главная цель у них – сохранить власть. Сохранить власть любой ценой. Проблема в том, что Иванишвили искренне верит в то, что существует какая-то партия войны. Существует какое-то такое объединение, которое хочет его отсадить от власти. И исходя из этого, он и действует. Только и всего. Они очень хотят договориться с Западом, это понятно. Но, с другой стороны, они хотят, чтобы им позволили делать деньги с Россией. Это тоже понятно. Поэтому на сегодняшний день мы имеем ту ситуацию, что ради сохранения власти Иванишвили пойдет на все. В том числе, но он уже действует в рамках российской парадигмы. Пророссийская с этой власти не в том, что она бегает с этим триколором российским, и не в том, что ей кто-то звонит из Кремля. Нужно хорошо понимать, что они говорят, нет, глобальная партия войны есть, вот они хотят нас втянуть в войну, они хотят уничтожить Грузию, но мы все равно в 2030 году будем в Евросоюзе. Вот, примерно вот такой расклад. Хотел бы вас также спросить, Гела, насколько влияет российская пропаганда? Или то, что вы говорите, что вот есть Иванишвили и грузинская мечта, и они просто модель поведения берут России, а влияние России не такое, как казалось бы. Что касается, влияние России в данном случае, вы понимаете, в чем дело? Какая разница, какое влияние России, когда это все соответствует интересам России? Какая разница? Наоборот, русским от этого еще проще. Что касается прямого влияния России, то я вам скажу. Вы знаете, сколько получили откровенно пророссийские партии в Грузии? То есть, которые, не скрывая, говорят о том, что лучше с Россией. 2-3% голосов. Вот это все влияние России в Грузии. То есть тех людей, которые откровенно хотят поддерживать. Это, наверное, они и их родственники. Так, Гела, если мы говорим о президенте Грузии, да, и о том, что вот появилась информация, что якобы Саломе Зурабишвили, ей могут посадить после выборов. Насколько это реально или насколько это просто манипуляция? Нет, Саломе Зурабишвили, конечно, не посадят, но вот то, что могут посадить, сажать оппозицию, начать, это да. Это могут, они обещали, я не вижу оснований для того, чтобы они не выполнили свои обещания. Но здесь тоже нужно хорошо понимать, что сейчас грузинская мечта для чего использует это обещание? Посадить оппозицию, начать репрессии и так далее. Они говорят следующее, ребята, или вы нас признаете, или мы начинаем репрессии. То есть Запад тоже оказывается весьма и весьма неоднозначном положении в Грузии. Запад тоже фактически поставлен на такую растяжку. Или же он признает откровенные фальсификации. И тогда все будет как прежде. А как прежде это что? Это торговля с Россией и имитация курса на Запад. И второй вариант. Он не признает, но тогда грузинская мечта может начать репрессии.
Гео, если вот говорить, все-таки вооруженные силы Грузии, главнокомандующий — это президент, да? А силовые структуры, они на кого, кому подконтрольны, да? Какие там настроения? У нас очень хитрая система. Главнокомандующий президент только в мирное время, а в военное время главнокомандующий премьер-министр. Это первое. И второе, силовые структуры, особенно после заявления Иванишвили о том, что нам нужно там перед кем-то извиняться, достаточно, скажем так, критично относятся к власти. Да, и, видимо, там тоже в силовых... Да, я не знаю результаты голосования на спецучастках, но я догадываюсь примерно, какие они могут быть. Они явно не в пользу власти. Реальные, я имею в виду реальные результаты голосования. Ну, а что касается силовиков, да, конечно, несмотря на то, что силовики подконтрольны, конечно же, исполнительной власти, ну а как иначе? Среди них большинство силовиков – это настоящие патриоты, которые любят свою родину. Насколько дела, ну, давайте сделаем шаг вперед. Мы понимаем, что грузинская мечта не признает никаких там поражений, да, она будет до последнего, если она фальсифицирует и крадет проценты по 5 в каждой партии. Очевидно, что они провозгласят, что они победили. Насколько велик вариант того, что будут какие-то процессы, как в Украине 2004 года? Майдан, да, Тбилиси, выход людей, ну и с последствиями, конечно же. Ну, что касается процессов, которые были в Украине 2004 года, до них, ну, действительно, сложно их прогнозировать, это достаточно до них далеко. То есть, если доведут, возможно, все что угодно. Ведь никто в ноябре 2013 года никак не предполагал, что может быть такое, что произошло потом. Поэтому, ну, сейчас говорить об этом, я думаю, рано. То, что могут быть процессы больше похожи на революцию РОС, это вероятность этого побольше. Но опять-таки, это тоже сейчас речь идет о том, как себя поведет Запад и как поведет себя оппозиция. А то, что народ выйдет и то, что народ будет протестовать, я в этом абсолютно уверен. Да, Гела, можете, пожалуйста, также прояснить вот электорат, кто он и как он выглядит, грузинской мечты? Потому что мы знаем, что грузинский народ, он в тотальной своей преимущественной большинстве, он за Украину, за суверенитет Украины, да, за, говорит, что вторжение России в Украину. Но вот, а кто поддерживает грузинскую мечту? Кто этот? Даже те, кто поддерживает грузинскую мечту, они за Украину, уверяю вас. Ага. Вопрос в другом. Вопрос в том, что за грузинскую мечту голосуют бюджетники, которые боятся лишиться своей работы. Это ядерный электорат грузинской мечты. И грузинская мечта задействовала районы проживания этнических меньшинств. Но знаете, как там? Там очень интересно. На самом-то деле в этих районах больше фальсификаций, чем реальных голосов. То есть там можно делать фальсификации, например... В районах, где проживает армянское население, это Халкалак и Нинатминта, там больше 90% голосов за грузинскую мечту. Конечно же, это бред. Никаких 90% там нет. Но там фальсификация просто. Прямая фальсификация. Больше что еще? Да, Гела, если вот мы все варианты рассматриваем, оппозиция добьется того, что признает выборы недействительными. Это маловероятно, да? Это сложно очень. Но все-таки, насколько вероятность того, что... Ничего сложного, хорошо. Игорь. Для этого просто нужно ни одному оппозиционеру не войти в парламент. Вот и все. Что тогда, перевыборы или как это, и что это даст? Тогда перевыборы. То есть, если вот 10 человек не хватает им для того, чтобы парламент состоялся. Если 9 человек из оппозиции даже войдет, а один не войдет, десятый, тогда парламент не состоится, и тогда будут перевыборы. Так что сложного тут ничего нет. Тут вопрос совести элементарный. Найдется 10 человек, которые... Ну, 10 или 9, там, я не знаю, сколько они там еще себе натянут голосов. Но 100 у них точно нет. Так вот, если оппозиционеры не войдут в парламент, тогда будут перевыборы. В таком случае, вот мы с вами, Гела, говорили, и вы тоже сказали о том, что этот процесс со стороны власти в Грузии, они полностью удовлетворяют Кремль. Ему ничего не нужно делать, потому что это их интересы. Насколько, вы считаете, могут обостриться, да, даже до военного какого-то сценария,
отношения Грузии и России, и если вот мы говорим с вами, не состоялись выборы, потом победа оппозиции, и вот Грузия идет в Европу. Нет, не могут обостриться до военного сценария, потому что в России нет ресурсов. У России есть определенные силы для того, чтобы, например, если Грузия сейчас решит восстановить свою территориальную целостность военным путем, они отобьются. Но оккупировать Грузию таких ресурсов у России нет. И быть не может. Оккупировать страну, которая за тебя голосует 2-3% избирателей, практически невозможно. Гела, что вам известно, какие следующие шаги оппозиции? Что они сейчас заявляют, что они будут делать и к чему призывают? Они уже заявили, да, они уже заявили о фальсификациях, они, в принципе, все сейчас ждут Запада, все сейчас ждут наблюдателей и реакцию Запада. Потому что, ну, я еще раз говорю, можно протестовать, можно все что угодно делать, но если Запад признает эти выборы легитимными, то все бесполезно. Да, Гела, а какие настроения вот в оппозиции? Что они ожидают от Запада? Потому что вот в Украине мы знаем Запад как никто в последние годы. Они медлят с помощью, они всегда говорят о беспокойности, о тревожности какой-то. Но хотелось от них гораздо больше, чем есть. Что в Грузии ожидают от Запада? Грузии сегодня от Запада не нужно никаких... каких-то супер вещей, необходимо просто справедливость. Просто чтобы признали те выборы, которые сфальсифицировали, сфальсифицировали. Все, что нужно. Больше ничего. Ну, хорошо, Гела, если они признают их фальсифицированными, что дальше тогда? Если они не признают результаты выборов, то власть фактически нелегитимна со стороны международного сообщества. А это значит и со всеми вытекающими из этого последствиями. Насколько Грузия сейчас зависима от Запада, имею в виду от финансирования, от влияния, от каких-то, может быть, товарооборотов? Вы знаете, Грузия никогда не была зависима от Запада, ни от финансирования, ни влияния и так далее. Было хорошее было дело, там, программы, помощи и так далее и тому подобное. Но это были именно вот... те программы, которые не определяют главное, то есть не определяют институциональное выживание Грузии. Но если Грузия попадет под санкции и нам запретят продавать товары в Европу, это уже другое дело. Если Грузия попадет под санкции, а у нас ведущий сектор экономики это финансово-банковский, это другое дело. Ну а что касается всего остального, ну да. Посмотрим, как в понедельник будет ли реагировать Лари. Я думаю, что он будет реагировать очень плохо. Гела, если говорить об истории, вот, если я не ошибаюсь, да, вы меня поправите, «Грузинская мечта» — это проект Иванишвили с 2012 года или 2011 года. И вот многие говорят, что... 2012, да, спасибо. Многие говорят, что Михаил Саакашвили, который сейчас, да, кстати, в тюрьме, вот он все пытался отлично реформировать, все сделать, но просчет именно был в силовых структурах. Корректно это говорить или нет? Нет, конечно, в силовых структурах все было нормально. Проблема была в другом. Проблема была в том, что Миша действительно реформировал демократический институт, но он не решился на реформирование судебной системы и избирательной системы. А да, он бы потерял бы власть, но если бы эти системы были бы реформированы, тогда бы просто-напросто следующие, кто пришел вслед за ним, лишились бы власти там, через 4 года, и у нас бы была бы нормальная демократическая система. А так как он этого не сделал, фактически всю эту систему значит, захватили «Грузинская мечта», довела ее до абсурда и совершенства. Ну а дальше мы имеем то, что имеем. Я так понимаю, что судебная система, она дальше полностью подконтрольна власти в Грузии? Абсолютно. Гела, большое вам спасибо за разговор, спасибо, что вы нашли время рассказать нам, да, и объяснить то, что происходит в Грузии. Я очень надеюсь, что Запад не опустит руки, не просто скажет, мы беспокоимся, мы с грузинским народом, и будет что-то делать и помогать. Потому что, вот вы тоже об этом говорите, мы прекрасно понимаем, чего хотят сами грузины. Спасибо большое. Ну, как минимум, что будет справедливое решение по... тому, как прошли эти выборы.
Вам спасибо. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Гела Васадзе, це політолог з Грузії. Ви обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Це дуже важливо, тому що ми повинні знати в геополітичному плані, що відбувається навколо України, і, звичайно, нашого ворога Російської Федерації. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.